Всем привет, меня зовут Артем Торчинский, я живу в районе Щукино. 1 июля 2019 года я оставил свою подпись за Дмитрия Гудкова как кандидата в Московскую городскую думу. Но с точки зрения людей, которые живут за счет моих налогов, Собянина, Горбунова из НГИКа, сотрудников ТИКа, сотрудников полиции, меня не существует, моя подпись признана фальшивой. Я призываю всех выходить к Мосгоризбиркому и требовать регистрации независимых кандидатов в Московскую городскую думу. Я Хивенко Наталья Оскаровна 22 июня сего года поставила подпись за выдвижение Дмитрия Гудкова. И мне очень обидно, я бывший преподаватель университета юридического факультета, что вот так подло вы себя ведете. Что значит фальшивые подписи? Будьте все-таки порядочными людьми. Меня зовут Черни Антон. Я 15 июня 2019 года поставил подпись в поддержку Дмитрия Гудкова. Дата была признана недействительной, что не так. Дату я поставил собственноручно. Меня зовут Краткевич Андрей Владимирович. Я живу в округе Филевский парк города Москвы. 30 июня я добровольно оставил свою подпись за выдвижение Гудкова Дмитрия Геннадьевича. Готов подтвердить свою подпись в любой инстанции. Меня зовут Краткевич Яна Андреевна. Я проживаю в районе Филевский парк и голосовала за Дмитрия Гудкова за продвижение в Мосгордуму. Готова подтвердить это во всех инстанциях. Я Саркисян Георгий Евгеньевич. Подтверждаю, что ставил свою подпись в поддержку Дмитрия Гудкова 12 числа 06 месяца сего года. Меня зовут Бруно Ирина Викторовна. Я живу в районе Филевский парк. Я оставляла 24 июня подпись за Дмитрия Гудкова. Я Саламат Нраис Николаевна, собственноручно 28.06.2019 года оставила подпись за Гудкова. Я Федя Максим Юрьевич, проживаю по улице Расплетина, дом 9. Я оставлял свою подпись за Дмитрия Гудкова, но однако мой паспорт почему-то признан недействительным. Я живой человек, я за Гудкова. Я Жукова Таисия Михайловна. 28 июня 2019 года лично поставила свою подпись за депутата Гудкова Дмитрия. Добровольно. И почему ее не приняли, я не понимаю. Я Серегина Оксана Васильевна, проживающая по адресу 3 Волоколамский проезд, дом 10, корпус 2, квартира 23, в городе Москва. 9 июня 2019 года оставила свою подпись и дату, поставила собственноручно за кандидата Гудкова Дмитрия. Я, Люба Светлана Васильевна, утверждаю, что 14.06.2019 года самолично поставила подпись за кандидата. Меня зовут Короткевич Алла Ивановна. Я проживаю в районе Филевского парка. Отдавала свою подпись за Дмитрия Гудкова, продвижение его в Мосгордуму и готова подтвердить в любых инстанциях. Я Вакар Иван Михайлович, оставил свою подпись за Дмитрия Гудкова 4 июля 2019 года. Я Каратаева Ольга Александровна, 23 июня собственноручно оставила подпись за выдвиженца кандидата и очень удивлена, почему ее не засчитали. Просьба соблюдать у нас в стране презумпцию невиновности. Все-таки если подпись поставлена, она официальная, а не сделана. Я Пушкин Виктор Владимирович. Член избирательной комиссии УИК 3114 Щукинского района произвел подпись собственноручно. Я за Дмитрия Гудкова 17 июня. Я считаю, что это грубое нарушение моих прав. Я Ольга Александровна Котова, проживающая по адресу Новохорошевский проезд, дом 22, действительно поставила свою подпись за кандидата в Московскую городскую думу Гудкова. Я Зорич Ирина Павловна. 28 июня 2019 года я поставила свою подпись и дату в подписном листе за Дмитрия Гудкова. Подтверждаю, что 26 июня этого года на бульваре Карбышева я поставила свою подпись и дату в подписном листе в поддержку Дмитрия Гудкова. Привет, я Олейник Никита Александрович, и я действительно ставил дату 25.06.2019 и свою подпись за Дмитрия Гудкова. 16 июня 2019 года собственноручно поставила и дату, и подпись.
красном листе за Дмитрия Гудкова. Меня зовут Маршев Роман Игоревич, и я действительно подписывал подпись, давал за кандидата. Я Ланова Людмила Анатольевна. 19.06.2019 года собственноручно ставила подпись и дату. Меня зовут Шумилов Леонид Андреевич, и я оставлял свою подпись за Дмитрия Гудкова. Подпись и дату ставил своей рукой и признали недействительными. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Валентиновна Киселева. Я живу в районе Щукино. Я оставляла подпись за выдвижение в Московскую городскую думу Дмитрия Геннадьевича Гудкова. Я готова это подтвердить в любых инстанциях. Меня зовут Татьяна Забулонова. Я свидетельствую, что я ставила 16 июня 2019 года подпись в поддержку Дмитрию Гудкову. Добрый день. Меня зовут Анфимова Светлана Николаевна. И 16 июня на улице Берзарина возле магазина «Пятая авеню» была поставлена палаточка с подписями за Гудкова. Я действительно подписывала, и я сейчас еще раз доказываю, что я живой человек, и отдала ему свой голос. Меня зовут Терешкина Александра Анатольевна. Я проживаю по адресу город Москва, улица Новозаводская, дом 8, корпус 4, квартира 5. Действительно, собственноручно 19 июня ставила свою подпись и ставила собственноручную дату как поддержку кандидата Дмитрия Гудкова. Я действительно всей душой, руками и сердцем ставила подпись его поддержку. Я Новикова Майя Александровна собственноручно ставила свою подпись 26 июня за Гудкова. Я Чекина Маргарита Тимофеевна сама лично оставляла свою подпись за кандидата Гудкова. Это было 24 июня этого года. И я очень возмущена тем, что вот происходят такие вещи. Мне приходится подтверждать собственную подпись.